Ученица Одинцовской школы номер 3 Кристина уже почти год занимается в секции спортивного туризма. На окружное соревнование «Мама, папа, я, туристская семья» школьница приехала вместе с родителями. Они признались, что вне учебного заведения туризмом не занимаются. Наверное, именно поэтому пройти полосу препятствий было очень непросто. Всего 5 минут заняло, но отдышка есть и, соответственно, тяжеловато. Травмы. Даже тут травмы. Прыжки по кочкам, переправы и скалодром, который, кстати, сделан родителями учеников, и даже оказание первой медицинской помощи – все это прошлось пройти семьям-участницам. А следили за состязанием команд студенты Академии гражданской защиты МЧС России. Хотелось бы заметить, что знания людей в области первой помощи сильно выросли в сравнении с годом-двумя назад. Соответственно, уже люди знают, что делать, что такое сердечно-легочная реанимация, как ее выполнять, какая последовательность, какой алгоритм. Не забывают вызвать скорую помощь, не забывают про компрессии и искусственную вентиляцию легких. Если задание не выполнено, как полагается, необходимо пройти его заново. Основной критерий оценки – время. А после состязаний все желающие смогли посетить полезную лекцию на тему оказания первой помощи детям. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».